Сегодня в программе о самом главном. Геморрой. Как он влияет на развитие рака? Когда от него можно избавиться с помощью лекарств? А когда поможет операция? И какой прибор можно установить в туалете, чтобы от геморроя защититься? Он из операционного выходит, он делает вот так. И я его иногда понимаю. Сделал операцию, я решил его навестить. Он полз в двери. Сезон черешни. Сколько можно есть каждый день, чтобы получить только пользу? Какая черешня полезнее, красная или желтая? И почему черешня может помочь стать долгожителем? Тазика на день должно хватить. Вы больше можете рассказать на эту тему. Я занят. А, я понял. Летний уход за кожей. Какие косметические средства из аптеки помогут защититься от пигментных пятен, новых морщин и угревой сыпи? И кому их нужно использовать обязательно? Крем, который такой белый, прямо белый, это говорит о том, что там есть физический фильтр. Далее. Какие кремы нужно использовать летом, чтобы избежать появления новых морщин и угревой сыпи? Для обладателей жирной кожи как раз летом это будет незаменимая вещь – маски с экзосомами, которые можно сделать со своими руками.